Вот и Мишка проснулся. Ведь друганы проснулись, а я, говорит, что? Они дружат. А вон там Маша внутри. Мишань, привет, привет, мой сладкий. Как у тебя желудок? А вот тут у нас друг твой. Вот, весь в опилках. Давай, давай нос. Ну что, ну, как у тебя дела? Вон у нас язвенник. Потом до середины лета с желудком мучится. Вон друзья, да, встретились. Говорит, целую зиму не виделись, да? Ай ты мой красавец, ай ты мой... Вот гималайцы такие гладкие, блестючие. Вот красавец какой. Ой, ты мой красавец, красавец. Пришел поздороваться. Все, ребят, весна, говорит. Подружка твоя Машка спит? Ты мой хороший, вот нос какой, смотрите, у нас вот борода в сметане, как я смеюсь, белая, вот красивая. Ай, ты мой красавец, ай, ты мой хороший. Вот так, и друг твой, ой, и друзья твои, да. Они дружно, они много лет сидят вместе, рядом, пацаны дружат. А Машка их воспитывает, да, Машка, скажи, всех воспитывает. Вот они, давно не виделись, давно не виделись. Ай, ты мой хороший. Там еще пополнение приехало. Мишка, там еще девчонка такая симпатичная приехала, гималайская. Да. Что несет, говорит, что несет. Ай, все не понимают. Он там ногу отставил. Нет, вкусняшек пока вам не будет. Да, мама Наташа вам заведет желудки, и потом... Вон Машка нос высунула. Вон Машка. Где? Вон Маша. Ой, скажи, меня снимайте, да? Вот, скажи, Миша, вот ты мой красавец. Вот он, красавец какой. Ну, ты мой красавец. И вон еще красавец. Тоже, говорит, нос хочу погладить. Ладно, пойду остальных посмотрю.